В числе конкурсантов – авторы разработки, которая недавно прогремела на всю страну. Это мобильное приложение для пациентов с риском сердечно-сосудистых осложнений. Оно было создано на базе системы централизованного мониторинга. Претендент на звание «Инновации года» уже 4 месяца функционирует. Авторы отметили для себя, в каком направлении двигаться дальше. Отзывы пациентов положительные. Разработчики говорят, это первое приложение в системе здравоохранения, позволяющее пациенту активно участвовать в своем лечении, реабилитации, динамическом наблюдении. Очень это приложение актуально для пациентов молодой группы, которые очень часто имеют длительные перелеты, имеют командировки, и они отлучаются от нашего центра. То есть мы же на базе Курской области мониторируем систему мониторинга, а получается пациент независим, он может сдать анализ хоть в Сургуте и передать просто нам данные. Это упростило их жизнь. Поэтому, согласно указу президента в этом году о стратегии развития здравоохранения до 2025 года, мы разработали такое приложение, оно полностью ему соответствует. Конкурс проводится по трем номинациям: инновационный проект, инновационный продукт и инновационная идея. Результаты конкурса будут известны в конце декабря. В каждой номинации будет один победитель. Призовыми считаются первые три места в каждой номинации. Сумма денежного вознаграждения до 100 000 рублей.